Тихо! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде, форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трожь, и мы не тронем! Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути. Видишь, блестят, нет, как? Назад и тоже нельзя. Ровненький. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Бывай. Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего? Не идут тогда? Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем вдвоем? Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, грозики? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких понятно, как не стоит. Тут нет никого. Короче, протела. Давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лады! Давай, сука, разбегай ляжки! Пожалуйста, не надо! Не надо! Слышишь, коза, что ты копелишься? Что тебе для пацанов жалко? Нет! А? Нет! Помогите! Спасите! Заткнись, шма... Что-то... Пацаны, вы там как? Справляетесь нам? Может, посадить? Стоп! Стоп! Вы чё, бля, увлеклись-то? Стоп! Косос! Вы, бля, где? Задолбали! Чё вы стремаете, на? Алёна! Ну чё ты там, мля, копаешься? Всё сто раз обшмонали уже. Не, ну чисто вдруг что осталось там, маслята или еще что. Ну барахла вон, мля, сколько, а они чисто протыкаем. Ну ты, мля, давай там шурши тогда в темпе. Пацаны там на крыше уже поляну небось накрыли. Шевели поршнями. А хорошо надо сейчас, походу, а завязано. Что жирно. Ага. Один за одним и тут вот. Караван за караван. Мира жизни. Это мирная жизнь. Че? Думаю, в большом метро жизнь сахар.
Ми тут і без вас з голоду похнем. Якщо скоро пашеньки з красними різьбочками, ну тут ми розвернемся. Кому війна, кому мать родна. Лады, а чё с этими-то дальше делать? Бугор сказал так. Мелкий. Чё за движуха, бля? Брать, праздновать. Вроде. Мужика. Сучар! 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 Осторожно! Тебя могут Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек. Женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину. Сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь. У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, брат. Не спеша. Я гляну на! Если не покажется! Значит, гнилая тема какая. Тогда мы... Понял на! Вот тормоза! Че они там угнездились-то? Thank you.
чем, ля? Что-то там... Не надо, походу, завязывать с буквы. Сегодня баланда твоя, типа, и не воняй на сон. Ugh.
кинули. Куда мне? Ты чё, бля, опуха ще в натуре? На стрём! Бугор сказал, если шныря какого прощёлкаем, спросит как суп. Всё, бля, без базара, двинули. Чё за ботва? Чё за точи... Западло, норы затыкать без толку. На сочи один хер. Там в том туннеле аж реально западло на постой. Нас тогда пятеро шло, мы чисто все при стволах над фонарями. Ну и как за поворот чисто зашли, все, туши свет, бля, началось. Впереди чисто туман, бля, какой-то. Только черный, сука, понял? Мы в него раз, и фонари все сразу багровая шляпа накрыли, сука, ты понял? Я пацанам чисто, шо за ботва, типа, вы тут как, чё, бля? Они такие, ну типа ништяк, но голоса, сука, стрёмные, будто не их. Ну так, типа, глухо, знаешь. Я чисто такой, паса, давайте чисто заворачивать. Они мне такие, ни хрена ли, и тут зашибись. Стрёмно так, реально. Но я вспомнил, у меня-то чисто зажигалка, я такой чирк. Они, мля, сидят на полу, мля, хавальники раскинули, и туман этот черный в них, мля, и из них, мля. Изюрка Семецкий, ну карифанной, тут чисто как заорет, глаза, мля, режет, выбил зажигалку, на, я как ломанулся к станции. Ну и все, попали вообще с конца. Жесть, мля. А мне, короче, друган рассказывал про хозяина туннелей, типа, слыхал? Не, не в курсах чисто. А чё там? Там такая залипуха чисто, что на крайних станциях, на всех линиях, если к туннелю крайнему поближе сидеть, ну типа, пацаны какие у костра греются или чё? Короче, иногда один, мля, встаёт реально и уходит в туннель. И всё. С концами на. А все же в курсах чисто, что там и бригады ловить. Чё-то... Ну, чёрт, нет.
Лиза! Не убивайте! А, бля, сука, все в тебе!
Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже... Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Ах ты же, ёперный балет! Парень, ты это... Будь осторожен! Эта вода опасна! Там не только рыбы живут! Ну, скоро увидишь, кто там живет! Если кричу бревно, хватайся за поручи! Вот этот тоннель ведет к площади Революции и Красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, тихо. Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кличем. На вид они, конечно, жут, но мясо просто ум отъешь. Особенно под пиво. Сейчас что такое случилось?
Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен остаться. Фух! Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, сипотяжки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, дефин! Как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть в клочья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... Поэтому самому туннелю красную на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннель. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Э, Семён! Дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артем, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет! В жизни такого стрелка не встречал! Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое! Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, набери тепленькие. Ну, папа, мы вдвоем. Ну когда? Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет. Вернулся вчера с Октябрьской с братанами. Короче, пока были, заглянули в их цирк уродов. И шо? Дай пройти. Ну короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Ну, типа, хоть бы к стенке отошел, а то встал на проходе. Парень, подкинь патрончик, а? У тебя-то полно. Эх, побольше бы таких гостей, как ты, парень. Спасибо. Опять икра. Я уже ее видеть не могу. Ты бы мне хлебушка достала, а? Где же я тебе хлеб возьму? Его даже на новогодний нет, конечно. Отличная куртка, недорого. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами.
Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А ты у нас с толковой молодежью. Бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Встали и вышли. Простите, ты что вы сказали? Не понял? Канай за столик. Ничего, мы же тут уже тут часа. Вообще, а? На кого ты тут? Ты попутал вообще. А ну пошли. Тихо, Том. Я тут что-то не понял. Покупайте. Есть тут базар. А вот и подавай. Все, Тоха, не по-пацански. Ну что тебе сказать за эту машину убийства? Реально вещь. Ну может хоть поспит. Брателло, реально отличная пушка. Бери, не пожалеешь. Ну, бывай, браток. Проходи давай. Пацанчик, лучших не найдешь. Сам наковырял. Бери, недорого. Мины, пацанчик. Первое дело для засад. Ну чё, пацанчик, заходи еще. Чисто конкретно. Ох и прёт же меня, пацаны. Нехрен тут тусовать. Закрыть склад. Если к кладовщику делать, вечером приходи. Чисто давай уже бабос. Чё там? Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. А вот граната ёж! Прошу! Кому? Пацанчики, забираем! Очень мало осталось! Ну чё, кто со мной забьется, что он всё мазанёт? А чё, хороший выстрел! Хоть пункт! Да! А если тебе попадёт, два к одному дашь? Да хоть ты, ты чё, он косой же, реально! Ну смотри, забились! Молодец! Держи патроны! Может, подымем ста? Разбираем. Прошу на позицию! Разбираем дёрышки, пацанчики! Сам правил, биться можно! А, но видишь, попался! Ну раз в дураку еще, пусть еще попадет! Да, парень, не повезло. Но ты не... На позицию! Пацанчики, кому гранаты? Гранаты кому? Витал Миндал! Ты что, косой? Ты что меня подводишь? Это ты на три бациллы попадешь! Ты какое? Точно мазыло! Да он из очка бежал, походу! Не, ну вообще! Вот это я встрял! Молодец! Держи патроны! Занимай огневую! Мины! Хреначат как надо! Сам проверял! Ну ё-моё! Снайпер, блин! Ха-ха-ха! Готов первать! Вот даёт! Это уже интересно! Да без мази тут ему! Он и всем не попадёт! Стопудово! Вот мазипа! Всё, сегодня гуляем! Ещё попал! Проспорил ты, куцый!
А за тебя, снайпер, ну ты дал, стрелок. Держи. Вот специальный приз. Обычно мишени до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Есть маслята, перья, взрывчатка. Ну хватит, хватит. Что? Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся. А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь сами понимаете. Вот он и привязался так. Ну что, пошли домой? А можно я еще здесь поиграю? Хорошо, но только недолго. А потом пойдем домой. Ясно? Эй, а деньги? С бугра местного спроси. Брысь! Алло, у нас тут не коммунизм, да не раз. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое, всем корешуют. Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. Иду и к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Двинули чё, дальше, меня... дело не ждет. Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там все. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Я сама на выдумке гораздо. И это все? Странный ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда буду рядом. Сегодня с большой скидкой. Там у нее реально, как в игровом автомате. Чисто дырка для... Я так и знала, что вернешься. Только патроны вперед. Не, ну реально, не зря я сюда пилил. А кому наггетса? Мясо свежее, только что бегало. Покупайте наггетсы. Они гонят нас. Да что ты паришься? Успири аккуратно. Мы пошли с реку, никто и не прочухает. Бугор на месте? Ага, чушу как на парад. Да сучки пробки бля выбила. Пойду по зверю, как там чё. А ну чё там? А? Чё? Наших хвалит!
пацаны! Ах ты, сука! Прижал! Ну, сука! Где прикройте, братаны! Суки, братаны! Вот падла! Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат, суки. Артем? Ах ты, сука. Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Надевай. Это тебе мой презент. За бандитов. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши.